друзі, я буду начинать тем, чем надо было заканчивать. То есть передо мной те же люди, которые поздравляли наш прекрасный коллектив с юбилеем, значит, начинали, заканчивали с подарков. А я начну с подарков. Ну, вы знаете все, что в 2000 году приехала в наш поселок молодой специалист. И буквально через 2-3 года совет, прошу учесть, сразу подарил ей квартиру. Это счет подарка. Дальше. Значит, совет, зная, что такое танцы и как надо проводить занятия с детками, совет подарил зеркала. Тоже безвозмездно, прошу учесть. Дальше. Зная, что у Ольги Владимировны юбилей, в этом году совет отвоевал она живет на квартале Победы, отвоевал прекрасное подсобное помещение. Это тоже подарок Нарисовой. Ну а если серьезно сказать, то вот Валентина Селена очень конкретно и тонко сказала, что Белокуракинщина талантлива, она на хороших певцов. Но, к сожалению, вот не было у нас на нашей территории, в нашем поселке человека, который смог бы профессионально, организованно научить деток танцевать. Что такое танец? Это труд, и серьезный труд. Ну, все мы поем, кто больше, кто меньше, особенно после третьей рюмки. У танца этого дела не принимается. Танец требует упорного труда. И то, что Оля Владимировна сумела и ведет наших деток, что касается девочек, вот с маленьких-маленьких гаденьких утенков и превращая их в хороших, прекрасных лебедей. Это и осанка девочек, это и походка, это то, что украшает будущих женщин. Уважаемая Ольга Владимировна, мне хотелось бы пожелать вам и сказать одно, что вот благодаря вашему таланту, благодаря вашему упорству девочки получают прекрасные уроки, уроки то, что вы им даете. К сожалению, меньше вас мальчиков. Так что пожелание одно, значит, девочки и мальчики должны 50 на 50 быть. Дорогие друзья, мне хочется от себя и от всех присутствующих поздравить Олю Владимировну с маленьким юбилеем и пожелать ей крепко-крепко здоровья и успехов в ее работе. С праздником!